Как-то так, как-то так. Всем привет, ребят. С вами канал ProSound, и я Андрей. Сейчас сниму обзорчик на некий инструмент, который необходим на строительной площадке. Прям вот 100% необходим. Ну и у меня его не было, и вот решил купить. Итак, поехали, встречаем. И вот он, этот инструмент. Соответственно, это не инструмент, а пылесос, так необходимый для работы на стройке, что-нибудь где-нибудь убрать и все такое, ну, для чего он создан. Я его уже открыл, да, проверял, какую-то некую сборочку сделал. Ну, сейчас покажу вам, что вообще в комплекте идет. Это самый дешевый, самый бюджетный вариант. То, что имеется на рынке строительных пылесосов. Я профессиональной уборкой не занимаюсь, и мне так какие-то опилки убрать. Я просто взял самый бюджетный вариант. Он называется Фубак ВД-3. Можете почитать. Давайте посмотрим комплектацию. Это шланг. Шланг. В квартирах обычно 250-270. Ну, где-то 2,5. Насадки, как всегда, как обычно, самая-самая простенькая. Здесь сторона со щеткой, здесь обрезиненная такая сторона. Пластик такой сжимается. Пластик не лопнет на морозе, мне так кажется. Доборыши идут 3 штуки. Только они не железные почему-то, они пластиковые. Ну, доборыши получается, наверное, метр. Мешок на один раз и выкину. Но он один, одноразовый, бумажный, короче, мешок такой. А, кстати, сам он 15-литровый, вот этот бачок заявлен 15-литровый. А, вот такая поролоновая штука. Сейчас все покажу. Когда собираешь воду, одеваешь, чтобы в грязь не попало, одеваешь вот этот вот чехол, он такой поролоновый. Щелевая насадка. Где-то собрать в узких местах, как во всех пылесосах, я думаю, стандартный набор. Ну и вот такая вот бумажная бухгалтерия, которая вообще. Ну а теперь рассмотрим пылесосик поподробней. Была еще в комплекте вот эта ручка, которую я уже привернул, прикрутил сюда, ну так как я хотел очень сильно проверить. Проверял это без камеры, поэтому я прикрутил уже ручку сюда. Ножки в комплекте были 4 штуки. Нигде ничего не прикручивается. Они просто берутся вот так вот. И сюда вставляются. Не знаю, насколько это практично, удобно. Когда все разболтается, просто ножки, наверное, будут вываливаться. Но это не суть. За такую, ребят, сумму это все простительно. Шнур, пока я вот так смотал, наверное, так и буду сматывать за ножки. Самый удобный способ, потому что вот здесь вот есть какая-то защелка, какая-то штучка, и можно вот так наматывать на ножки, на нее. Кнопка такая непрорезиненная, здоровая, но она не резиновая, сюда будет попадать пыль, потому что я вот там вижу здоровые щели такие. Так, открываем. И вот здесь вот, я как говорил, идет фильтр, да, он может без мешка просто собирать, но быстро будет забиваться вот этот фильтр. И вот здесь шарик. Шарик, когда набираешь воду, набирается, когда вот этот литраж полностью. И чтобы в мотор вода не попала, этот шарик просто перекрывается, и это значит, все, хватит собирать воду, заканчивай. И поэтому, чтобы вот сюда не попала грязь, одевается вот такой вот чехольчик поролоновый, который шел в комплекте. А, да, фильтр. Фильтр мне не понравился, если честно, потому что он просто вот так вот одевается. Когда начнешь его вставлять, вот он вывалился, ну просто сам. Вы представляете, вы его вставили, раз, он начал работать, и там у вас в этом ящике потихонечку... Взял вот так вот, чик-чик-чик, съехал, и у вас вот здесь вот получаются зазоры, и вся грязь летит в этот. Уж очень слабенько он здесь держится.
мешок вот здесь вот идет уже неодноразовый, вот такой вот тряпичный мешок. Почему неодноразовый? Потому что вот здесь вот молния, она расстегивается, пыль вытряхается, застегивается обратно, вставляется и погнали дальше. Вот на такой прищепке. Но мешок такой малюсенький, маленький, не знаю, что туда можно собрать. Не знаю, 3 килограмма опилок и все, и вытряхай. Ну, в принципе, и все. Пусто, ничего здесь больше нету. Пластик такой, не знаю, поживет, нет, не знаю, ребят. Вот такой вот Фубак ВД-3. Самый дешевый, самый бюджетный вариант для стройки. Сейчас еще кое-какую фишечку вам покажу, ребят. Берем, там собираем, собрали. Вот здесь вот, то есть на защелках, тут такая собачка есть, на защелках, да? Засунул, провернул, все, она зафиксирована. И здесь есть функция выдува. Тоже вот функция выдува. Раз. И что-нибудь надо со стола там сгрести, смести, сдуть. Так что вот такая бюджетная линейка Фубак ВД-3 пылесосов. Не знаю, послужит. Я через полгодика, наверное, еще обзор на него сниму, как он поработает, как с чего. Но я думаю, что послужит. Тем более в моих таких условиях, не очень жестких. Испытаний проводить не буду. Там некоторые, да, бывают, знаете, такие, давайте испытаем, там, как оно вообще всасывает это все дело. Там начинают сыпать какой-то песок, опилки, там какие-то стекляшки, и начинают там всасывать, как у них это получается, да. Обзоры на этих и строятся, в принципе, надо что-то засосать. Блин, ребят, я не буду ничего производить такого, там, ничего показывать, потому что это пылесос, и явно его задача что-нибудь всосать. Вот и все. Вот такой вот получился мини-обзорчик на пылесос Фубак ВД-3. Это не реклама. Это самый бюджетный строительный пылесос в строительном деле, короче. Вот кому интересно, смотрите. Камеру побольше сделайте и смотрите. Мощность у него 1,2 киловатта. Напряжение 220, но это понятно. Разрежение 150 миллибаррелей. Объем 15 литров. Гарантия 2 года от производителя. Покупал я его во всех инструментах. Вот такой вот дешевый бюджетный пылесос. Ой. На YouTube-канале вкладочка «Мой инструмент». То есть заходите туда и смотрите, какой инструмент я использую. Плейлист. Называется плейлист «Мой инструмент». Какой инструмент использую, на какие инструменты уже снял в обзоры. Там подробно все рассказано. Всем пока. С вами был Апросауна, канал. И я, Андрей. До встречи.